Еще в 18-20 веках летняя прогулка по городскому парку была не полной без музыки. Сначала в парках играли классическим оркестровым составом, но уже скоро стало понятно, что большинство инструментов теряют свою звучность на открытых пространствах. И только духовые инструменты сохраняли громкое и яркое звучание. Именно поэтому в парках стали проводить концерты духовых оркестров. К сожалению, со временем культура отдыха в городском парке под живую музыку исчезла. В парках больше не играют оркестры, отдыхающие стали наслаждаться тишиной. Но компанию «Фонет» и продюсерский центр «Ян» стремятся возродить традиции парковой культуры начала 20 века. С 10 августа по 22 сентября 2017 года в 9 городах Башкортостана, Татарстана, Оренбургской области пройдет марафон классической музыки. Проект стартовал в 2014 году в Уфе. С тех пор география марафона классической музыки расширяется. Сначала концерты на открытом воздухе проходили только в нашей республике, но затем к проведению марафона классической музыки присоединились Оренбургская область, а в этом году еще и Татарстан. Проект, сам марафон классической музыки, он полюбился зрителям, приобрел такую популярность, а не только взрослых людей, которые знали именно в те годы, когда играли оркестры в театрах. Да? Здесь у нас есть еще люди среднего возраста, есть молодое поколение, которое с удовольствием приходит и получает, конечно, колоссальное душевное удовольствие. Мы хотим пропагандировать духовые оркестры. Мы хотим возродить их традицию, чтобы именно духовые оркестры также были популярны, востребованы, как симфонические оркестры. У нас нет повторений. У нас в каждом городе свой оригинальный праздник. Огромный парк мы берем, огромную площадку города, да, и там у нас разные площадки по интересам, творческие площадки, где мастер-классы проводятся по обучению на инструментах музыкальных. Художники показывают мастер-классы по художеству, где-то обучают танцам. Поэтому здесь очень много таких интересных моментов, интересных площадок. В этом году марафон классической музыки пройдет в 9 городах нашей республики и соседних регионов. В самом начале духовые оркестры посетят Оренбург, затем Орск, Казань, Октябрьский, Нефтекамск, а 18 августа марафон классической музыки пройдет в Стерлитамаке. Марафон классической музыки в Стерлитамаке в этом году будет уникальным. Компания «Уфонет» и продюсерский центр «Ян» уже второй раз создают этот проект для того, чтобы жители города Стерлитамак смогли окунуться в мир прошлого, который был пропитан классической культурой и аристократичностью. На концерте прозвучат истинные шедевры классической музыки, как популярные, так и редко исполняемые. Гости праздника почувствуют, насколько сильна и светла энергия этой музыки. И все потому, что это классика. 18 августа к нам приедет целых два оркестра из Уфы и Орска. Марафон впервые будет сопровождаться прямым эфиром. Благодаря городскому телеканалу ЮТВ насладиться этим зрелищем можно будет с любой точки мира. Всех нас будет ждать насыщенная программа. Флористы порадуют своими композициями из различных цветов. Художники нарисуют портрет абсолютно бесплатно любого желающего. Ну и все мы сможем насладиться картинной галереей, фотосушкой и, конечно же, шедеврами классической музыки. Ждем всех 18 августа в 17:30 на площадке кинотеатра «Салават». Будем вместе культурно просвещаться. Первый концерт марафона классической музыки пройдет 10 августа в Оренбурге. Затем в Орске, Казани, Октябрьском, Нефтекамске, Стерлитамаке, Ишимбае и Салавате. Последний концерт марафона классической музыки состоится 22 сентября в Уфе. Подробную информацию о проекте вы можете найти на сайте promo.ufonet.ru/marafon.